Так, всем привет. Начинаем возобой, бесконечный режим. Приступаем. Чего томить вас? Сейчас будем пытаться пройти 15 волн, как бы 15 раз. Ну, я использую, если что, залипание, потому что без него часто очень трудно. Но буду стараться не пользоваться так что. Так, поехали. Первая волна. Что у нас здесь? Ага, нормально. Здесь минка, перед боссом ставим. Что здесь? Здесь не знаю, куда поставить. Поставлю, наверное... А, блин, он тогда сейчас эту мину взорвет, да? Не круто. Да, взорвется на мине. К сожалению... Этих зомби снизу должен я убивать. Так, ну здесь вообще легко, как я смотрю. Так, минку пока не ставлю. А, можно ставить. Хорошо, ждем мина, использую мину. Кстати, еда тут, походу, переходит на каждый уровень. Вот у нас одна еда, да? И солнце тоже, походу, переходит. Надо проверить. Надо проверить. Давайте проверять. Все должны уже замочить их, я думаю. Я просто не хочу тратить прямо сейчас вот еду какую-то. Да, все нормально. Давайте смотреть, что будет у нас. Рекорд, понятно. Что перейдет на следующий уровень, я хочу посмотреть. Да, еда перешла и солнце перешло. Понятно. Так, значит, здесь будет босс. Давайте это куда-нибудь сюда поставим. И вот так. Хорошо. Давайте длина босса поставим. Это я бы сюда поставил. Это сюда. Так, здесь можно не беспокоиться. Так, солнце выпало. Что здесь? Еда. Что здесь? Зомби. Здесь. Так, ну этих мы добьем. Давайте здесь открывать. Босса тоже без проблем. Мы я сразу босса, а потом открою. Чтобы уж точно было все окей. Так, еще один зомби. Сейчас будем босса открывать. После этой линии. Ой, вообще легко. Две минки у нас. Правда, он малого кинет. Малой взорвется, наверное, да. Но я думаю, этого достаточно, чтобы убить босса. Двойной скорости, последний зомби. Все. Ну, начало это легко, но как бы все нарастать и нарастать сейчас будет сложность. Так, босс здесь. Вот и куда-нибудь сюда поставить. Так, это на босса. Пучного зомби убьем. Давайте так.
Ну, как-то так. Обычный зомби. Минка, минка на босса. Давайте здесь открывать. Так, тут не знаю. На самом деле, я бы вот так поставил. А это я бы поставил, не знаю куда, если честно. Давайте сюда. Так, этого добьют. Что здесь? О, ведро. Ведро немного будет проблемно убить. Так что давайте сюда поставим. Поставим сюда еще. Так, обычный зомби не проблема. Обычный зомби. Здесь я, наверное, на босса поставлю. Ну и все, короче. Это сюда, это пофиг куда. Это я не знаю. Что, взрываем, босса убиваем. Ставит он малого. Малой сразу дохнет. Одно растение уничтожит, и сейчас сам умрет. Ой, что-то я нажал. Ну вот и все. Так, ну это все легко, а нам надо 15 продержаться. Так, босс теперь далеко будет. Босс далеко. Я хочу прям минку сразу на босса поставить сюда. Так. Сюда. Ведро должны убить, я думаю. На всякий случай сюда поставлю, поможет. Да, уже почти. Давайте, ребята, давайте. Убили. Хорошо. Что здесь? Этого чувака давайте сюда. И этого чувака сюда. Что здесь? Обычный зомби. Что здесь? Давайте так тогда. Что? Обычный. Хорошо. Ой, зря это я. Поспешил. Поспешил. Не, ну добьют, добьют, конечно. Конечно, все добьют. Так, обычный. Что здесь? Минка. Вторую минку на босса. На босса больше стоять ничего не буду. Он на двух минках подорвется. Что здесь? Так. Здесь я поставлю так. Еще верхний ряд под вопросом. Так, никаких вопросов пока нет. Все легко. И просто. Я даже босса поставлю. Ну все, подрывается он. Тут все получилось легче, чем должно было быть. На самом деле, просто все повезло. Хорошо. Так, продолжаем. Босс. На босса. Это давайте сюда. Что здесь? Минка. Зашибись. Все, больше на боссе не откроем, потому что мы минку поставили. Так, этого должны убивать мы. Так, обычный зомби. Так. Еще обычный. Сейчас мы чистый ряд этот чистим. Главное, чтобы с ведром не было зомби. Вот единственная проблема, что возникает, когда зомби с ведром появляется. Так. Так, на босса надо, по-любому. Так, и сюда нужна помощь. Не, они не сидят. Все предусмотрено.
Обычные зомби. Солнце. Пора открывать босса. Малой сейчас взорвет, к сожалению, нашу минку. Но я должен его убивать по-любому его. Да. И оказалось, что здесь даже зомби не было. Так, 5 волн прошли. После 10-й, по-моему, самая сложность начнется. Главное сконцентрированно играть и не халявить. Хорошо, это сюда. Поставил минки. Ну, а у меня нечего было использовать суперспособность. Поэтому нормально, сойдет. Так, что здесь? Давайте так. Обычный зомби. О, нет! Он взорвет минку. К сожалению. Так, сюда. У-у-у. Серьезный чувак. Что мне с ним сделать? Бончой поставить. У-у-у. Давайте используем. Потому что так не убить. Надо что-то делать. Так, тут я, конечно, поспешил. Сейчас будет сложно этих зомби убить. Хотя нет, нормально, справляются. Минка, хорошо. Так, надо залипать его. По-другому не знаю. Он пройдет. Придется использовать. Ну и босс. Мне интересно, могут они его убить? Давайте смотреть. Идти ему долго. Не, должны убивать. Да-да-да. Должны убивать. Он уже почти готов. Все. Так, ну 6-й прошли, использовав залипание, использовав одну еду. Ладно. Ладненько. Так. Обычный. Давайте сюда поставим. Ну, снизу у нас ничего нет. Ой, как не везет. Где вообще что у нас? Одни зомби выпадают. Как мне их убивать? Взорвет их. Отлично. Пришлось так использовать. Других вариантов не было. Так, залипание. Что за фигня? У нас есть что-нибудь, чем их убить? Чем мне его убить?
Давайте попробуем так. Нет, не работает. Придется так. Не повезло. Потратили мы. Будет сложно в будущем теперь. Надо было бы ничего и ставить прямо на них из-за липания. Я что-то тупанул и поставил не туда. Они уже отошли, он не смог добить одного. Короче, это моя ошибка. Так, сейчас давайте 10 откроем. Что, должны ж убивать они его? Да, убивают. Нормально. Сюда. Обычный зомби. Бончой. Так, чего я боюсь? Я боюсь только, что здесь пройдут. Соответственно, два бонча я туда ставлю. Больше я ничего не боюсь. Так, на босса. Все, босса можно. Готово, пройдено. Девятая миссия. Ладно. Я, наверное, так убью его. Поставил именно так, потому что тот подорвется, а этого я должен добить. Или он не успеет его убить. Так, ну того добей. Хорошо. Все. Этого добьет. Ведро. Ведро — это плохо. Придется так действовать. Ты что, съесть хотел меня? Так, ну это он должен набить. Где хоть что-то? Одни зомби выпадают. Ой. Придется действовать вот так. Потратил еды много, но все равно это не страшно. Это не страшно. Кидай его давай. Ага. Кидай. Хорошо. Замечательно. 10 прошли. 10 вернее сейчас будет. Так, главное не расслабляться. Это давай-ка вот сюда. Так. И вот так. Двойную скорость пусть идет. Так. В эту линию. Давайте так. Хорошо, этих всех убиваем.
Здесь обычные зомби. Надо к боссу поставить, по-любому. Сюда надо что-нибудь поставить. Сюда. Обычные. Где же сёдрами-то остались? Они же главную проблему представляют для меня. Я думаю, здесь поставлю. Да, ведро. Убьют это ведро. Ага. Здесь ведро. Не очень приятно. Сможем ли мы его убить? Давайте добавим. Должны убивать. А чё сверху ты зомби пропускаешь, чувак? Чё, выпускаем дьявола? Оп. Ну, две бомбы тут. Ничего сложного. Хорошо, 10 прошли. Оу, два босса. Вот это уже будет поинтереснее. Два босса с 11. Вот ровно 10 было легкотня, а сейчас будет самая жесть. Что у нас здесь? Хорошо. Что, минку сюда надо по-любому? Бончой куда-нибудь вверх надо его ставить. И чистить эту линию прям сразу же. Здесь поставлю. Ну, не съест он, надеюсь. Хорошо. Этого убьем. Этого убьем. Этих убьем. То надо в самый верх ставить. Съел. Я думаю, они на мини все подорвутся там. Хотя надо было на босса все-таки оставить. Возможно, я поплачусь за эту ошибку. Залипнет пусть. Не хочу проигрывать. Не, ну тут вроде как справимся. Хотя, давайте проверим. Идет первый. Сразу взрывается. Кидает малого. Сейчас мы его быстро. Но он бончой убьет, вот это плохо. Или не успеет, давайте смотреть. Может не успеет, тогда очень круто будет. Нет, вот чуть-чуть бы. Придется суперспособность использовать, я чувствую. Да, без нее никак. Лучше ее использовать, чем, например, за 150 лишнее. Только сейчас он кидает его. Ладно, используем. Все. Ничего, на следующий мы новую получим. Главное не расслабляться, у меня цель 15, а дальше посмотрим. Дальше я бесконечные режимы буду играть, в Египет следующий будет, так что ждите. Так, по-любому минка. Так, здесь два босса. Ну, давай так поставим. Здесь тоже минка.
Что будем открывать? Снизу давайте. Обычные зомби. Сюда на этого тогда. Ух, сразу ведро у нас. Плохо. Давайте так поставим. Так, сюда мы должны их добивать. Сейчас все отлично. Снизу проблема, возможно. Так что давайте поставим. Пусть стреляют. Так, куда бы этого поставить? Давайте сюда. Пусть залипает. Второй раз. Я больше не стану. Этого он не съест. Все. Поехали. Первый босс будет у нас этот. Убивает. Это понятно. Стреляем. Взрыв. Малого не кидает, потому что очень близко. У него здоровья мало, все. Этот босс тоже сразу взрывается. Здоровья у него мало. Но он дольше пройдет на этот раз. Он ближе был изначально. Сейчас будем смотреть. Наверное, использую. Давайте, на всякий случай. То еще пройдет. Видите, насколько долго. Еще одну надо. Хорошо, можно было не стоять. А, здесь было это. Надо было сразу проверить. Хотя нет, если зомби был какой-то, я бы только в минусе был. Хорошо, продолжаем. Так. Что здесь? Хорошо, что здесь? Сюда. Что здесь? Это на этого босса. Что здесь? Обычные зомби. Это куда-нибудь сюда. Этот убивается. Минку одну сюда. Так, это уже проблемка. Вторую минку сюда. Этого надо убивать так. Так. Что же с тем делать, чуваком? Не знаю, придется использовать. Сразу так сделаю. Добьют. Хорошо, это убиваем. Что здесь обычные зомби? Так, ты сюда. Это мы сюда ставим, это сюда. Этого сюда. Все. Готово. Так, сюда. Хорошо.
Так, сверху нужна помощь. Здесь нужна помощь. Я даже не знаю, куда кидать. Давайте так. Убиваем. Так, на босса точно нужна еще одна пушка. На этого босса, на этого. На этого. Тут без шансов для них. Ну нормально, залипание друга использую часто. Вместо этого еду надо использовать, стараться. Ну ладно, я рекламку посмотрю. Золото вернул. Так, что это, 15-й? Точно, 15-й, вот он. Так, снова у нас начало не очень. Придется использовать. Ну а что делать? Выпало, выпало. Так, так. Не, сюда я ставить не буду. Давайте куда-нибудь сюда. Этого убиваем. Сюда, сюда. Обычный. Так, этого убивает. Сейчас посмотрим, что здесь. Обычный зомби, я поставлю минус сразу. Минус сюда. Дальше начинаем здесь. Смотреть, что у нас. Так, так. Пусть убивают. Главное, чтобы не проели. Мне кажется, проедят сейчас, да. А, ну что для залипания? Надо использовать еду. Все это залипание, да залипание. Так, сверху босс взорвется, а потом малого кинет, там никто стрелять не будет. Так что мне надо вот сюда ставить хоть кого-то, чтобы его убили. Так, ну и еще внизу может быть зомби, поэтому подожду, добью этого потом. Так, так, так. Так, хорошо, хорошо, давай сюда. Да, нормально. Пробуем. Сразу лупит его, здоровья мало. Хотя, наверное, залипание все-таки придется использовать. Давай так. Ладно, залипание. Ой! И тут пришлось использовать. Ну ладно, это же 15 уровень, а то прикиньте, если бы я сейчас проиграл на нем. Ну там немного не повезло мне, как зомби выпали. Ладно. Открыли мы, наконец-то. Открыли это вот. Новая способность поменять местами вазы. Но вы представляете, что для этого тоже голд нужен. База у вас осталась, вы ее ставите сюда и разбиваете. Все просто. Да, в некоторых случаях это очень круто. Но ты вначале должен проверить, что внутри вазы, а потом еще и передвинуть. Соответственно, 200 плюс 400, 600 золота каждый раз тратится на это. Ладно, этот бесконечный режим мы продолжим чуть позже, я сохраняюсь. А в следующем видео мы начнем проходить бесконечный режим Египта. Да. Египта. Буду выбирать там карты, эти растения. И прежде чем будет Египет, чтобы у меня было все, что возможно. На самом деле, подождите, давайте я
покажу вам аккаунт свой. Где мой аккаунт другой? Назад, наверное, да? Так, смотрите. Мой главный аккаунт, по-моему, был просто Андромалик. Вот он. Давайте проверим, что здесь. Я давно не играл, но у меня есть растения. Растения, которые сейчас нельзя купить. Давайте зайдем вот сюда. И смотрим, что из растений у меня есть. Чего у меня сейчас нет. Вот, пожалуйста. Ghost Pepper. Призрачный перчик, по сути, переводится. Я не помню, как он работает. Так, у меня есть еще вот этот. Dandelion. Его сейчас можно купить. Так, а что-то у меня еще, по-моему, было. Или они не сохранились? Но я помню, что-то тоже покупал. Вот это было у меня, да? Что-то необычное же было тоже. И они, по-моему, сейчас недоступны. То есть я их купил, но их нету. Или я только этот купил. Ну, значит, у меня не все. Я думал, что у меня еще что-то было. Или они просто в списке сейчас не отображаются, потому что у меня мир не открыт или еще что-нибудь. Я не знаю. Наверное, нет у меня. Суперспособности, что у нас? Ничего нету. А что, прогресс мой? Давайте посмотрим, какой у меня был прогресс. Самое главное, что у меня здесь, смотрите. У меня здесь весь сад построен. Смотрите, как красиво. То есть я открывал все за гемы. Поэтому мне сейчас не хочется фармить эти гемы. Ведь я уже все открывал. Буст, буст, буст. Интересно, что сдает торч вот этот огненный? Он, типа, еще сильнее делает все выстрелы, или что? Надо смотреть. Ну, вот. Вот так. 195 горшков у меня. Это говорит о том, что я дольше играл, чем тут. Ранг тут все это есть. Все как было. Я с этим все-таки играл, когда включили эти квесты. Что-то подкрывал. Давайте смотрите, мой прогресс какой. Ну все, прогресс, кроме Lost City у меня здесь. Но я вам специально новый аккаунт создал, все снова открывал. Только для того, чтобы показать, как я с нуля буду играть. Давайте посмотрим, что у меня еще здесь есть какой-то. О, здесь типа рекламка такая, я не видел. А, типа дешевле, сейчас понятненько. Давайте посмотрим просто, что это за аккаунт. Он пустой, что ли? Ай, геймплей какой-то. А, ну я что-то тут играл, но не доиграл. Короче, непонятно. Старый аккаунт какой-то. Ладно, меняем на свой Andromalic.ru. Продолжим в следующем видео покорять бесконечный режим Египта. Вернее, древнего Египта. Все. Чтобы не пропустить, подписывайся и вступай в группу ВКонтакте. Сначала ролики выходят на YouTube, потом я вручную выкладываю ВКонтакте. Поэтому ВКонтакте может быть позже. Проверяйте в первую очередь YouTube, а потом мне пишите, где видео. Мне каждый день пишут все. Когда видео, где видео? Там, типа, 2 часа дня уже должно быть видео, где видео? Ну, иногда я просто занят. Понимаете, это надо каждый раз выкладывать видео. Это надо картинку рисовать, описание, теги, вот эти вот назад видео, предыдущее видео, следующее видео, плейлист. Спасибо за лайки и подписку. Дальше в конце 2 видео есть, которых каких-то игр. Я тоже должен найти ссылки, пометить, поставить квадратики. Это столько времени на это уходит. Мне уже плохо, если честно. Мне надо какой-то отдых от YouTube. Реально. Я перестаралась немного. Надо схалявить как-то. Типа... Не, схалявить тогда качество видео будет хуже. Я не могу халявить, не могу. Я изначально хотел более-менее качественно все делать. Сейчас как бы я должен с большим микрофоном записывать. Записываю с маленькой этой петличкой, по сути. Ну, как петлички, ну, обычные этот от Apple, от iPhone наушники. И качество, конечно, плохое. Почему не подключаю? Потому что неудобно. У меня второй компьютер справа стоит, он там все подключено, надо через стол все вытаскивать и подключать сюда, здесь настройки на компе менять. И как каждый раз, потому что я потом буду играть на винде я играю с тем микрофоном, поэтому я записываю с этим. Но зато если я куда-нибудь поеду, например, в другую страну, да, я беру ноутбук, iPad
И вот этот наушник. Все. Мне больше ничего не надо. Ну и шнур подключить себе iPad. Я могу где угодно записывать видос. То есть есть в плюс в этом. А я, соответственно, скоро уезжаю. Поэтому можно будет делать видос. Единственное, интернет нужен хороший, оплатить. И все. Сейчас я делаю Garden Warfare. Наверное, вы уже видели его. Сейчас будет выходить каждый день Garden Warfare. Всего получилось 37 видео. Это будет только начало. 37, дальше я досниму. Будет больше 100, это точно. Игра понравилась. Надо только сделать лучше интернет, потому что там часто стреляешь, и если интернет плохой или connection какой-то, очень трудно, короче. А у меня какие-то перебои с интернетом часто бывают. Я не знаю почему, у меня как бы самый дорогой возможный для моего дома интернет, но как бы он плохой в последнее время. Раньше был нормальный. То ли это сервера глючат у них, потому что, типа, новые сервера не выделили для этой игры. Потому что игра старая, да, Electronic Arts всегда деньги экономит. И они пытаются старые сервера какие-нибудь дали для игры, они тормозят. То есть не только у меня, а у многих игроков. Надо смотреть, короче. Во что поиграть, не знаю. Вот, думаю, а что еще поиграть? Я хотел старые игры, типа Doom 1. Wolfenstein, GTA 1. Все, вот думаю, GTA я даже не пытался скачивать, запускать. Может, на винде 8 не работает. Надо смотреть. Но она же не под DOS, она под виндой была, по-моему, изначально. Но я вообще только в GTA 2 играл. Первый и дополнение к первому, Лондон там какой-то, я не играл. Играл только во второй. Ну и во все GTA я играл, меньше всего в San Andreas играл, во всех GTA. В четвертый GTA мало играл, и в пятый тоже. Ну, как-то мне новые GTA, они... Мне все это старое нравится что-то. Вот Vice City мой любимый GTA всегда был и будет. Хорошая музыка, хорошая атмосфера, приколы там вот все. Это вообще как будто я должен жить в 80-х, мне кажется. Мне музыка всегда нравится в 80-х, игры такие вот, типа... Почему мне понравилась игра... Как она там называется? Забыл. Hotline Miami. Потому что Майами, там 80-е... Музон хороший, хардкор на что-то. Потому что старые игры, они были хардкорные, поэтому напоминает мне. Еще мне понравилось кино Кунг Фьюри. Кунг Фьюри. Советую всем посмотреть. Там хороший саундтрек. Сам фильм, он не такой уже веселый на самом деле, но он прикольно снят. Один раз можно посмотреть, когда уже второй, третий смотришь, уже понимаешь, что фильм сам по себе так себе. Но когда смотришь первый раз, можно смотреть с открытым ртом, понимать, что это офигенное кино. Жалко, что 30 минут всего. Не хватило денег на полнометражный. Это они собирали на Kickstarter или где-то деньги. И шведский режиссер, он же главный актер, сделали вот это все. Но все это стоит, по-моему, 700 тысяч или 600 тысяч на все это. Но саундтрек порадовал. В Кунг Фьюри саундтрек олдскульный. Кстати, я хочу пройти Far Cry 3. Dragon, как-то там... Как-то Dragon, какой-то там DLC есть, это чисто под 80-е, как боевики, там музыка прикольная. Вот еще хочу первый Far Cry пройти, мне он всегда нравился, первый самый. Конечно, графика сейчас устарела, но в то время меня прям, я ставил на максимальную графику, и как она мне нравилась, эта игра, я помню. Вот в первый Far Cry я реально очень много часов провел. Играл на максимальной сложности, даже компьютер тормозил, там 10 FPS, 20 было, но я пытался проходить, потому что это было вау, просто вот вау, все просто. Там потом вышел Far Cry 2, он уже никакого впечатления не вызвал, вообще он провалился, по-моему, Far Cry 2. Потом они поняли, что надо делать, и сделали нормальный Far Cry 3, но я не играл поэтому. Всем нравится, вроде как 3, 4. По мне, они одинаковые, что 3, то 4 это дополнение к 3, по сути. Там нет такого прям улучшения чего-то. Они просто продают новую игру под видом старой, по сути. Ладно, что-то я много говорю. Я люблю много говорить, но просто иногда нету настроения. Я так быстро заканчиваю видео. Всем пока, там лайки и все. Но как обычно все говорят, на самом деле мне неинтересно говорить это. Просто если я играю в игру, я должен играть и говорить только по игре. А сейчас я начал бла-бла-бла шоу. Ладно, ребят, спасибо, что смотрите. Немножко мне надоело это все, не знаю. Канал на самом деле не растет практически. Ну, он как бы был там
7-8 тысяч просмотров в день так и остался. Новые подписчики приходят медленно. Большинство из них как-то смотрят видос. Я даже лайков не вижу от них. Как бы. То они есть, то их нет. Я не понимаю просто, кто меня смотрит. Вот напишите в комментариях, кто досмотрел до конца, какие игры, вот зайдите на мой канал и на все плейлисты, какие игры из всех плейлистов вам реально хотелось, ну, смотрели или будете смотреть, или вообще нравятся. Только не говорите все, просто вот перечислите, какие игры вам нравятся. Типа «Растение против зомби 2», там «Растение против зомби 1», и, например, там «Герои 3», и еще что-нибудь. Ну, перечислите, короче. Я не поверю, что вы все хотите смотреть. Там есть игры, которые вам не понравятся. Ну, типа «Flight Control». Маленькая игра такая... Ничего особенного в ней. Ну, я так просто показал. Я давно-давно играл, помню, 3 года назад в нее. И она меня зацепила, и я просто решил показать всем. Есть Flight Control 2 еще. Он только на планшетах. Могу потом поиграть. Но он такой попсовый, сделали его уже. Не та атмосфера. Ладно, ребят. Заканчиваю. Все. С вас лайк. С меня хорошее настроение. И новое видео. Все. Покедова. Удачи. Играйте только в хорошие игры. Не играйте в доту, не играйте в всякую контру, всю эту ерунду. Играйте вот такие полноценные игры, где можно поиграть, где есть сюжет и прочее. Ну, в стратегии. Кстати, я хочу пройти в будущем Command & Conquer Generals. Кстати, я видел, в Стиме есть полная антология Command & Conquer. От первых частей до последних. Вот я ее, думаю, куплю. Она дорогая, там, я не знаю, $60, по-моему. Может, дороже, может, дешевле. Ну, я ее куплю, и потом будем проходить. Но на это все нужно время. Понимаете, ребята, время. А когда я сделал игру, мне надо еще столько времени потратить на монтаж, на картинки, там, на заливку на YouTube. У меня интернет фиговый. На YouTube очень медленно все заливается. Там 4 часа одно видео заливается. Вот Garden Warfare, одно видео 4 часа. Если у меня там 10 видео, 40 часов надо, чтобы залить. Ну, вы понимаете, насколько это долго. Ну, 3 часа там, 3-4. И при том, что когда она закачивается, я не могу в онлайне играть. Весь интернет забит. То есть, жопа, по сути. И я не могу другой интернет подключить. У нас нет никаких интернетов. Именно вот наша улица, в ней почему-то не провели интернет нормально. Вот там соседняя улица, все, можно все что угодно подключить. А у нас ничего нет. Я ничего с этим поделать не могу. Ну, ладно. Это меня и держит. Почему так мало видосов? Я бы делал вообще миллион видосов. Вот это все сдерживает меня, что кучу времени на это тратишь. Ждешь, пока зальется, ждешь, пока отрендерится. Получается, я как бы играю в день, получается, в среднем 3 часа. 2-3 часа. Еще 6 часов там сижу, переименовываю, все это делаю, понимаете? Ну, не 6, там 4 часа. Все это очень долго. Муторно. А просто отдачи нету, понимаете, отдачи нету. Был рост, как бы, а сейчас, как бы, роста нет. Я не знаю, то ли мне Майнкрафт играть, что ли, потому что все смотрят там Майнкрафты всякие. Ну, еще популярно GTA 5, там, ну, в русских каналах не особо популярен. Ну, есть, конечно, популярный канал, но в основном Майнкрафт у нас популярен. Но Майнкрафт, я не знаю... Не, она мне интересно как бы разобраться. Но я буду как нуб полный играть, я ж не играл практически. Я нубас там полный, я не знаю, будет это интересно кому-то смотреть или нет. Еще в Террарию играют, ну Террария сложно мне понять ее. Там надо разбираться с кем-то как бы играть, ну как бы, чтобы тебе помогал. То же самое с Майнкрафтом, наверное, поначалу. Потому что самому разобраться трудно. Ладно, ребята, уже 50 минут, наверное, 49, все. Покедова, увидимся, подписывайся.